Вітаю! В ефірі телеканалу «Миколаїв. Чим живе область?». В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в гостях директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзоян. Вітаю вас! Здравствуйте, Денис! Человек должен развиваться равноодинаково в трех направлениях – физическом, интеллектуальном и духовном. Вы занимаетесь развитием и поддержкой культуры. Какая она, культура районов Николаевщины? Хочу начать с того, что понятие культура очень растяжимо, и каждый народ, я даже скажу, каждый человек понимает культуру по-своему. И, на мой взгляд, культура – это то, что определяет сущность каждого индивида, каждого человека. Мы можем сказать, что культура – это культура поведения, культура – это культура взаимоотношений, культура – это культура речи, одежды, это культура, в конце концов, спора, когда в споре человек не переходит какие-то границы и не унижает своего оппонента. Что касается культуры непосредственно в районе, могу сказать, что задача моя, как директора организационно-методического центра, это создание условий для развития культуры и для развития тех истоков, которые присущи той или иной области или тому или иному району нашей области. Культура наша представлена непосредственно сектором культуры, начальник Гололобов Сергей Николаевич, непосредственно моим РОМЭЦ, 29 домов культуры и сельских клубов, централизованная библиотечная система, это 3 музыкальные школы, это 7 филиалов музыкальных школ. По-моему, для района Николаевской области это достаточное количество заведений, в которых мы выращиваем культуру для района. Хочу отметить, что культура района отличается от развития культуры в городе. Специфика района в том, что культура для сельских жителей – это тот элемент, который им помогает работать, который разгружает их от повседневных трудностей, который их переключает на другой фон. И когда мы поднимаем культуру в селе, в местечках селищного типа, то мы больше делаем акцент на развлекательный элемент и воспитательный элемент, потому что наш возрастной ценз, который мы охватываем, начинается от рождения и оканчивается глубокой, не хотела бы говорить старости, но глубоким уважаемым возрастом. Вот, потому что, как обычно, в селе центр культуры – это дом культуры. И если человеку надо свои культурные потребности удовлетворить, он идет в дом культуры. И, собственно, культура на селе – это образование и развлечение. Ваши успехи. Успехи и достижения. У нас, Денис, 16-й год, очень успешный, слава Богу. Мы собрали очень много, большой урожай побед. Это были и районные конкурсы, и областные конкурсы, и всеукраинские международные конкурсы. Вот непосредственно на международном конкурсе вокальном в Болгарии Ольга Панькив, это преподаватель полигоновской музыкальной школы, заняла 2-е место. На всеукраинских конкурсах и международных также победили Галина Посниченко, Наталья Ростовецкая, Наталья Диченко. Вот. И наш самый такой звездный театр слова «Дарунок неба», руководитель Смирнов Виктор, который приносит нам очень много побед нашему району, очень завзятый руководитель, очень талантливые дети, очень разноплановый театр, который берет совсем вот разные темы, кардинально разные темы. Это настолько большой диапазон чувств и эмоций, которые они показывают, что я думаю, что они достойно занимают призовые места. Наши хореографические коллективы, которые занимаются в музыкальных школах, также в этом году принесли нам немало побед. Это и характерные танцы, и классические танцы, постановочные танцы. Также я хочу отметить наших рукодельниц, которые участвовали в конкурсах, которые показывали свою работу. А мы знаем, что работа руками – это, можно сказать, такое, знаете, исконное творчество женщин. Потому что там еще во времена мамонтов, да, мужчины были на охоте, а женщины либо готовили кушать, либо нянчили детей, и одновременно им приходилось либо одежду шить, либо украшения, либо обереги какие-то плести. И вот эти изначальные
истоковые виды искусства, мы на них делаем очень большие ставки, и это то, что интересно людям. Заканчивается 16-й год. Самое время подвести итоги. Что было сделано? Как с финансированием? С финансированием хорошо. В нашем районе подобралась очень хорошая, профессиональная, крепкая команда, начиная от головы Витовского района Демчука и оканчивая директорами домов культуры. То есть вот это огромная-огромная цепь людей, которая в такой крепкой спайке делает свое дело, которая знает цель, которую мы все вместе идем. И начиная от предложений снизу, мы оканчиваем выделение денег на все нужды, которые есть в Доме культуры, в сельском клубе, в библиотеках и во всех закладах культуры. Хочу отметить, что в этом году, как никогда, были выделены немалые средства на приобретение аппаратуры в Дома культуры, на приобретение музыкального обладнания, на приобретение костюмов. Были пошиты много костюмов для коллективов, которые планируют в следующем году выходить на сцену области. Также были выделены деньги на поточные и капитальные ремонты домов культуры. Это была подготовка к децентрализации, к тому, что дома культуры, сельские клубы, вообще вся культура входит сейчас в другой формат существования, потому что одно дело, как мы были, в какой форме, и другое дело в условиях децентрализации. Это будет по-новому, это будет иначе, это страшно, это волнительно, потому что это неизвестно. Но в таких случаях я бы советовала слушать себя, свое сердце и поступать, как говорят, по-человечески и поддерживать друг друга, потому что в такие переходные периоды на самом деле очень тяжело, потому что неизвестно. А когда рядом есть плечо друга, плечо коллеги, плечо товарища, то процесс становления проходит намного, намного плавнее, намного уверенней. И, разумеется, результаты будут намного выше. Какую модель дальнейшей работы вы видите для себя? Задача непосредственно культуры – это продолжать людям нести радость в любой форме, которую может предоставить культура. Это конкурсы, фестивали, на которых и дети, и взрослые могут показать свои творческие способности, потому что в обычной жизни, где мы с вами можем показать свои творческие способности? Вот вы, например, Денис, вы поете, вы танцуете, вы занимаетесь каким-нибудь рукоделием? Я почти все это делаю, но делаю как раз в те моменты, когда меня никто не видит. А почему? Вот как-то так сложилось. Вы стесняетесь? Не готов раскрыться, скорее всего, так. Вот, понимаете, вот такой еще есть момент психологический, мы немножко отклонимся от темы, что часто бывает, особенно в раннем детском возрасте, когда ребенок, собственно, открыт миру и готов делиться всем, что у него есть внутри, находятся такие взрослые оценочники, которые со своей позиции оценивают детское желание творить. И рубят. Иногда. Я бы не хотела, конечно, этого говорить, но очень часто так происходит. И мне, как, допустим, педагогу, часто встречаются дети, вокалисты, которые, приходя ко мне на урок, первые уроки, они боятся в глаза смотреть. Не то чтобы боятся, они не смотрят в глаза. И это первый маячок, я понимаю, что что-то не то, что-то вот есть, какая-то вот есть... Зажим. Да, какая-то есть планка, через которую ребенок не может. Или даже взрослый, 25 лет. Вот у меня есть студентка, 25 лет, а первые ее уроки, она не смотрела в глаза. Для меня это было странно, потому что взгляд – это то невербальное, чем мы общаемся, и считываем информацию. Начиная вот со взгляда, что дети не смотрят в глаза, и продолжая тем, что они не открывают рот, а при пении, при вокализации это очень важно. Звуку надо выйти, рот надо открыть. А это все немножечко так вот закрыто. И
Знаете, бывают даже такие произведения, когда ребенок поет эти произведения, он начинает плакать. И я говорю: «Солнце, что случилось? Я тебя обидела или что? У тебя не получается?» «Нет, нет, все в порядке». И раскручивая вот этот клубок, мы находим вот тот момент, когда вот взрослые оценочные сказали, что у тебя нет таланта, зачем тебе этим заниматься и так далее. Хотя, вы знаете, вот у взрослого в тот момент у него могло быть плохое настроение, у него могли быть проблемы на работе. То есть вот совсем такие причины, которые ну, никак не влияют на ребенка. А вот взрослый позволил себе вот такое клеймо поставить на другом человеке. Вот, собственно, это тоже культура, когда ты уважаешь другого человека и не позволяешь себе в любой форме обидеть, поставить какое-то клеймо, да, дать какую-то ну, кличку, вот что-то вот такого плана. И вот часто в поднятии культуры, куда, собственно, входит и развитие детских способностей там, или взрослых, входит еще вот культура общения, культура преподавания, культура того, что ты помогаешь человеку его способностям расти. Ты раскрепощаешь, ты даешь ему свободу, самовыражение. В конце концов, это аматоры, это не профессионалы. Если к профессионалам мы предъявляем жесткие конкретные требования, то аматоры – это люди, которые, собственно, свои исконные истоки творчества выражают. И это иногда так интересно, настолько бывает потрясающе, приходит кнопочка – и выдают такие шедевры, что ты, взрослый человек, думаешь, елки-палки, ну так интересно, почему я до этого не додумался в свои там 30-40 лет? Вот. А иногда приходят взрослые, которым по каким-то причинам они сами себе не разрешали выражать себя. И вот эта интересная работа по раскрытию человека, и через какое-то время, когда ты видишь его потенциал, его глубину, высоту, ширину, это потрясающее чувство мое как педагога и человека как студента, как ученика. Так вот, развитие культуры на селе я вижу в том, чтобы освободить, раскрыть тот потенциал, те вот зародыши, которые есть в людях. А они точно есть, потому что культура непосредственно формируется в селах, в деревнях, потому что там нет вплыву, влияния каких-то вот таких, знаете, канонов классических, да. И там это настолько вот свежо, что мне очень нравится работать с людьми вот в сельской местности. Они очень непосредственные, они очень открытые, они очень интересные. И в этом году мы проводили уже второй районный фестиваль «Золотой паросток». Это фестиваль молодежного и детского творчества. Так вот, участвовали во втором туре, во втором значит, проведении участвовали детки от 5 лет до 25. И если на первом выступлении они стеснялись, они были скованы, потому что проходил гала-концерт на сцене Русского драматического театра, а это одна из лучших сцен области, это очень престижно. И представляете, малышам, деткам, да, собственно, и взрослым приехать из далекого села, приехать в город, и не просто приехать в город, а выступить на сцене театра. Это мечта, ну, если не всей жизни, то того отрезка, который они прожили. И вот эта радость, вот это ощущение детское, вот это вот такой вот радости, когда на тебя светят софиты, когда огромный театральный зал смотрит на тебя, а ты на сцене, и ты можешь сказать то, что ты чувствуешь. И зал реагирует на тебя. Конечно, однозначно. Это так здорово. Ну, я могу это констатировать как исполнитель сама. Это очень такие чувства, которые мы никогда не можем, нигде, ни в какой сфере другой не можем почувствовать в жизни. Когда ты выходишь на сцену, Это такое ощущение, это чувство переполняют тебя. Вот. И подарить вот такие ощущения детям в их детстве, это заложить в них зерно человечности, зерно культуры. И я думаю, что я соглашусь, точнее, с таким выводом, что ребенок, который занимался либо в музыкальной школе, либо в хореографическом коллективе, либо в кружке при Доме культуры, если он занимался честно, да, вот открыто и честно, он вряд ли станет плохим человеком. Да, нет человека, прожившего на земле хотя бы один день и не согрешившего. Нет таких. Но я думаю, что люди, которые причастны к культуре, у них этого меньше. Они ну, чище, что ли, я так думаю. Я хочу в это верить, по крайней мере, и все для этого делаю.
Молодая семья. У них родился первенец. Они его очень любят, ухаживают, лелеют. И вот проходит время, условно, года два. И они обращаются к очень известному специалисту по развитию, дошкольному развитию детей. И говорят, вот мы хотим, чтобы наш сын вырос полноценным человеком. Когда нам начинать его воспитывать? И специалист отвечает, сколько вы говорите лет? 2 года. Вы опоздали ровно на 2. На 3. На 3. На 3, да. Даже да. На 3 есть такое мнение, да, что ребенка начинают воспитывать в утробе. Не могу сказать, что я с этим полностью согласна, хотя мне нравится эта теория. Могу сказать, что я знаю примеры из жизни, ну, собственно, из моей жизни, когда, допустим, я начала вокальную карьеру не в 5 лет, как почти все начинают, да, вот многие детки начинают петь, потом вырастают и превращаются в профессиональных исполнителей. Моя вокальная карьера началась аж в 15. В 15 лет, в 15-16, когда я оканчивала 9 класс, причем это было спонтанно, это не было мое решение с детства. Кстати, на мое решение повлиял педагог, который зажег во мне вот эту искорку, а дело происходило так. Это была зима, это были рождественские святки. Я пришла в музыкальную школу на хор. Было холодно, поэтому многие дети болели, и нас было человек 5-6 подростков, девочек. Нашим педагогом на то время была Маргарита Георгиевна Рамко, она вела у нас хор. Это была молодая преподавательница, ей, ну, 30 еще не было, хотя тогда для меня она была уже очень такая солидная и состоятельная женщина. И она, ну, не вместо того, а так как нас было мало, и мы не могли, собственно, заниматься хоровым делом, мы, как обычно, женщины, чем занимаются, когда собираются? Мы начали разговоры разговаривать. И в своих разговорах, в своей речи Маргарита Георгиевна рассказала нам, молодым девчонкам 14-15 лет, как она училась в консерватории в Одессе, как это было интересно, какие-то нюансы она рассказывала обучение, потом рассказывала, как они жили в общежитии, как они на святки гадали. Слушайте, это такое на меня произвело впечатление большое. Это настолько просто переключило мою жизнь на 180 градусов. Вот до этого дня я планировала поступать на хореографический. Вот с этого момента, с ее рассказа о потрясающем обучении в консерватории, все, я говорю, все, буду музыкантом, хочу быть музыкантом, музучилище, консерватории и так далее. И вот такой эмоциональный всплеск, да, какой я получила в детстве и который перевернул, собственно, мою судьбу, вот я бы хотела дарить такие же зернышки детям района, чтобы они в будущем тоже могли возрастить и получать удовольствие и от жизни, и от культуры, и от своего творчества. А по поводу 2-летнего ребенка, ну что, конечно, воспитание начинается с того, в каком состоянии родители, эмоциональном, моральном, духовном и так далее, ну и физическом, разумеется. И любовь к ребенку беззаговорочная, безапелляционная, такая всеобъемлющая любовь к ребенку, я думаю, это то, что это та путеводная нить, которая приведет родителей к правильным решениям. Я думаю, что если с любовью подходить к ребенку, не со слепой любовью, разумеется, а с любовью, такой вот ответственной любовью подходить к ребенку, то ну, природа, Бог сам подскажет, как воспитывать этого ребенка. Я думаю, что даже вот мы в начале передачи с вами говорили о решении конфликтных ситуаций, да, и одно дело ребенка наказать за провину, там, побить его, накричать на него, поставить в угол, унизить. Вот что даст такая манера наказания? Ну, что она даст? Кроме самоутверждения тому, кто это сделал. Не более. Ну да, но она еще вот со стороны ребенка даст обиду, какую-то, вот знаете, может он забудет о чем, за что его наказали, но он будет помнить вот этот эмоциональный укол. И знаете, вот оно как бы, да, все забывается здесь, но ничего не забывается здесь. И вот я считаю, и как родитель, и как работник культуры, что родителям надо вот сюда ребенку вкладывать больше положительных эмоций, ну вот там не лениться, лишний раз поцеловать, обнять, сказать, что ты у меня самый лучший. В этом плане мне так нравятся еврейские семьи. Я просто в восторге от них, когда растет ребенок,
ребенок растет, и какие бы у него способности не были, ему всегда говорят: ты гениальный, ты талантливый. И вы знаете, и ребенок начинает соответствовать этому. Вот посмотрите, музыканты, великие, известные музыканты, ну, непосредственно скрипачи, да, это вот профиль, все евреи. Это потрясающие люди, потрясающие музыканты, которые настолько пронесли уверенность в себе, и они этой уверенностью так апеллируют на сцене, они так смело выражают свой внутренний мир, а, собственно, выражать свой внутренний мир – это то, что надо делать исполнителю, потому что мы с вами можем спеть одну и ту же песню, но вы вложите в нее свои чувства и эмоции, а я свои. И, собственно, зрителю будет интересно, как вы чувствуете эту песню, как я чувствую эту песню. И вот богатство внутреннего мира – это то, что дает исполнителю, ну, можно сказать, успех на сцене. А если мы эту песню исполним в дуэте, ну, это будет вообще шедеврально, не исключено. Смотрите, относительно детей. Вообще человек сам по себе – это уникальная саморегулирующаяся, саморазвивающаяся система. И самое важное – не мешать, равно как бороться с болезнями, равно как развиваться вообще. Какие основные ошибки бывают родителей на первых этапах? Хочу уточнить, Денис, что то, что вы сказали, относится к биологической системе человека. По большому счету, если ребенка сейчас, да, вот взять, допустим, ребенка, который не окружен социальными какими-то нормами, да, социальными установками, я думаю, что, ну, не то чтобы вряд ли, но я мало верю в то, что он вырастет хорошим человеком. Я мало в это верю. Мне, конечно, жаль и говорить, и думать так, но я думаю, что хороший человек все-таки воспитывается. И Основные ошибки это когда взрослый или, ну, любой человек, ну, в основном, если мы говорим о детях, то это взрослые, это родители или учителя, очень часто учителя, которые не могут справиться с какими-то своими психологическими моментами и решают их за счет учеников. Ну, не все, не хочу говорить за всех, да, но очень имеет часто... Имеет место, конечно, да. Да, имеет место то, что... Я понимаю, когда сидит 40 человек в классе, и когда дети, ну, скажем так, не сильно заинтересованы в предмете, то педагогу, конечно, очень тяжело. Это большой труд, это большая ответственность. Но в то же время, если им не интересно, это проблема педагога. Потому что любой предмет, без исключения, вот я в свое время преподавал химию. У меня, скажу вам честно, было 103% посещаемости. Они друзей приводили на урок, спрашивали, можно ли вот посидеть. И говорят, вы послушайте только, что он нам рассказывает. Вот как-то так. И то же самое физика, математика, буквально любой предмет исключительно зависит от преподавателя. Как он преподносит, насколько межпредметных связей много. Потому что химию можно преподать вот так, что вот, Это. Ну, ребенок смотрит, да, два порошка или две жидкости. А когда ты это все собираешь в кучку, оно дает цветную реакцию. А если еще, не дай бог, барабум. И какую-то историю рассказать, связанную с этим. Что там в средневековье, да? Когда соединяли так. Я полностью с вами согласна. Смотрите, у нас люди делятся там, на тех, у кого правое полушарие более развито, да, и у кого левое. Так вот, есть у нас люди, которым химия, физика, алгебра, геометрия близки, а есть люди, которым живопись там, и так далее. И я думаю, что педагог химии, например, да, педагог химии, он понимает это, понимает, что не все Менделеевы в классе сидят. Но я считаю, что надо вот тут дифференцировать детей, и те, кто, в принципе, химики по складу ума, им либо дополнительные задания давать, либо как-то вот такую форму выбрать, ну, не индивидуального, а более углубленного, что ли, изучения. А тем, кто не химики, тех влюблять в свой предмет. Влюблять. Вот у меня по химии 3 было. Мне очень стыдно, очень. У меня было 3, но у меня был потрясающий педагог. Я люблю химию. Я ничего в ней не понимаю, но я ее люблю. Я физику обожаю, хотя я совсем не математического склада ума. И вот, да, я с вами полностью, Денис, согласна, что педагог должен влюбить в свой предмет. Угу. Планы на 2017 год, в двух словах, пожалуйста. Планы грандиозные. Разумеется, продолжать концертную, конкурсную, фестивальную деятельность, потому что это площадка для
самовыражения, это методическая работа, это обучение директоров домов культуры, сельских клубов, это обучение не только в сфере культуры, это обучение и в сфере менеджмента, и финансовой грамотности. Ну, это сплочение одного из больших районов нашей области. Спасибо вам большое. Час нашої передачі вичерпано. Дякуємо, що були з нами. На все добре.